Депутат Московской областной думы Александр Легков и первый заместитель окружного совета депутатов Константин Негурица встретились с активными жителями дома номер 7, корпус 2, по улице Владимирской. Больной вопрос здания – худая кровля, ремонт которой люди добиваются с 2006 года. В квартирах на верхнем этаже черные от сырости потолки. Перекрашивать и переклеивать обои бесполезно, пожаловались жильцы. В 2019 году капитальный ремонт крыши был утвержден и даже завезены необходимые материалы. Но работы так и не начались. Постараемся оперативно сделать так, чтобы сюда вышла бригада и уже меняла кровлю. Для решения вопроса Легков обещал связаться с генеральным директором фонда капитального ремонта Московской области Валерием Николовым. Он возглавляет нас капремонт Московской области, поэтому, собственно, я думаю, что с него надо начинать, потом уже можно выходить на министерство, да. Ну, я думаю, что у нас с ним нормальные отношения, мы периодически общаемся, так что надеюсь, что Валерий Васильевич откликнется и сейчас этот вопрос урегулирует. После встречи депутаты направились в детский сад номер 2, поселка Лесхоз, где вручили подарки. Футбольные мини-ворота и мячи от благотворительного фонда «Вместе легко». Фонд называется «Вместе легко». Он был придуман совместно с моими коллегами, кто занимается депутатской деятельностью. Вот. Но зимой больше он связан с лыжами. Летом с помощью наших больших глобальных компаний, в том числе и «Спортмастера», закупаем детские ворота, приобретаем футбольные мячи. И вместе с воротами, и развозим по детским садикам. Вот у нас сейчас 10 детских садов, которые получат такой небольшой подарок. Вот. Ну, соответственно, начали с Сергиева Посада. Основные проекты фонда «Вместе легко» направлены на развитие детского спорта и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Подать заявки на получение спортивного инвентаря для детских садов можно на сайте фонда. Алексей Ефимов, Михаил Кирсанов, ТВР-24.